привітати вже на передостанньому дні літньої кіношколи, яка відбувається в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. Це дуже приємно бачити щодня тільки обличчя, які зацікавлені в створенні кіно. Ми намагалися за всі ці дні і намагатимемося сьогодні продовжити і завтра познайомити вас з різними професіями. Як ви вже, напевно, чули на кількох наших подіях, кіно народжується тричі. Це під час сценарію, під час зйомок фільму і під час монтажу. Власне, сьогодні ми будемо говорити про третє народження фільму. І говоритимемо ми з Олександром Чорним. Давайте його привітаємо. Олександр досить відомий в Україні режисер монтажу. Він працював з фільмами, які, я впевнений, багато з вас дивилися і знайомі з ними. Це «Погані дороги» Наталки Ворожбит, це «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, це «Додому» Нарімана Алієва і ще багато, в принципі, інших. І також Олександр працює не лише з кіно, а й в рекламі, наскільки я знаю, теж в цьому розвивається. От працював. Окей. Ну, власне, я, напевно, що на цьому свій маленький спіч закінчую. Передаю вам повністю слово і сподіваємося, що це буде цікаво. У вас усіх буде під кінець лекції, під кінець майстер-класу можливість задати питання. Дочекайтеся і використайте цю можливість. Все. Вам слово. Клас. Всім привіт. Клас. Я радий бути тут. Я тільки приїхав, тільки щойно з потягу. Цікаво, наскільки мене вистачить українською. Зараз подивимось. Я тільки роблю цей перехід. І лекції ще українською не читав. Взагалі-то я готувався російською. Але я не знаю, чому я почав українською. Давайте так і продовжу. Я дуже здивований бачити стільки дівчат в залі. Взагалі-то, ну, я не знаю, десь в нас в перші роки це була суто чоловіча така професія. Навіть незважаючи на те, що історично цим займались жінки. Монтажом історично більше займались жінки, і до сих пор в Голлівуді, якщо ви посмотрите на крутих монтажерів, прилічний процент жінки. Недовго продержався. Вот. І я працював в команді з голлівудською жінкою-монтажером, і у мене були дуже цікаві інсайти, тому що жінка-монтажер, ну, або режисер монтажа, видит материал совсем по-другому. Это очень интересный взгляд. И я, в общем-то, уже давно мечтаю о том, чтобы у нас режиссеров монтажа женщин в стране было больше. Поэтому я очень-очень рад такой картине. Я вообще хотел начать мастер-класс с другого. Я хотел начать... Я ехал в этой, знаете, в повязке на глаза, в берушах, лежал в поезде и думал такой, вот... Я начну с такого. Монтаж окружает много мифов. А потом я понял, что монтаж ничего не окружает. Монтаж в этом смысле похож на дизайн костюмов в современной украинской авторской драме. Ни то, ни другое не видно практически никому, кроме тех, кто в этом участвовал. Я в этом году, когда готовился голосовать на Дзиге, увидел с удивлением, что номинированы «Погані дороги», которые я монтировал за дизайн костюмов. И я такой, так подожди, а что там? Там же камуфляж и растянутая старая одежда, все как в жизни. А потом я понял, что так ребята неплохо поработали, если я не увидел дизайна костюмов за дизайном. И в монтаже очень похожая вещь происходит. Хороший монтаж не видно, он похож на жизнь. Или на сон, или на кошмар, или на танец, ну, в зависимости от того, что вам нужно. И поэтому, поэтому на фестивалях, еще хотел сказать, что в монтаже что-то понимают три профессии. Это режиссеры, это профессии, которые непосредственно сталкиваются с монтажом, ручками. Это режиссеры, некоторые продюсеры и, собственно, режиссеры монтажа. Поэтому на фестивалях обычно побеждают фильмы, с быстрыми склейками и с историческими костюмами. То есть там, где видно, опа, ничего себе костюмы, ничего себе склейки.
Вот, так что сегодня мы попытаемся окружить монтаж, не дать ему уйти. И чтобы за крепкими такими прозрачными стенами начали проявляться какие-то очертания. Посмотрим, получится ли это. И вы дальше при желании сможете попробовать в будущем его захватить. Или познакомиться с ним, по крайней мере. Я много лет в начале лекции задаю один и тот же вопрос студентам. Сегодня я задавать вам не буду. Вот это видно там? Ага, хорошо. Что такое монтаж? И я собрал тут чуть-чуть ответов, что я слышал за эти годы. Коллаж, мне понравилась эта версия, соединение кадров. Один человек один раз, и это странно, сказал, что это боль. И мне странно, это был опытный какой-то, видимо, человек достаточно. Мне странно, что он был только один. Потому что боли в монтаже много. На каждой смене, каждая смена состоит из боли. И потом эту боль мы конденсируем, если все получается, в какой-то классный результат. Бывает, что не получается, тогда смена состоит только из боли, больше ничего не происходит. Знаете, этот мемасик, когда там ты представляешь, как ты будешь делать монтаж и как ты делаешь монтаж. И там девочка маленькая сидит довольная, такая мечтает, а там, где как, в реальности что происходит, она просто ревет вот такими слезами, плачет. Вот. В этом много правды. Вырезание ненужного, склейки, эффект Кулешова. Это все правда, но самое главное, в принципе, это то, о чем я уже понял, вы говорили, этот монтаж — это рассказ истории. И я тогда сразу перейду. Классно, что вы все об этом знаете, но тем не менее важно в контексте нашего разговора сегодня об этом повторить, что история рождается три раза, и третье рождение в монтажке, чем оно важно? Это финальное прочтение истории. У вас есть план, это сценарий, и у вас есть материал, то, что у вас получилось на съемочной площадке. Это два достаточно... сценарий – это план, да, как хотелось. Материал – это какая-то реальность, но она не оформлена ни во что пока. Это огромная лего, которая перемешана очень, очень серьезно, и на каждый участочек, на каждый участок головоломки у вас по 10 дублей. Или иногда по 20, или по 30. И суть процесса в монтаже – мы берем лучшее, основываясь на фундаменте нашего сценария, мы отталкиваемся от материала и делаем лучший способ рассказать историю, который дает нам материал. И очень часто это может сильно отличаться от первоначальной задумки. То есть в монтаже у вас есть огромная власть make it or break it. Вы либо делаете что-то, вы либо спасаете вашу историю там в монтаже, либо можете ее потерять, либо можете сделать ее посредственной, просто вытянуть. Можно легко потерять эмоцию, допустим, погрязнув в первоначальных планах, не отреагировав на то, как материал и импровизации, и то, что у вас, не отреагировав на то, что получилось. Вот. И сегодня мы немножко поговорим об этой силе. Это, знаете, у всего есть две стороны. Это и суперсила, и суперответственность. То есть у меня не было, мне кажется, ни одного фильма, который бы мне отдался легко. Я не помню ни одного фильма, который бы легко было сделать на этапе монтажа. Поэтому этот процесс компиляции, или поиска, я бы сказал, этот процесс поиска истории в монтаже, он всегда непростой. Чисто функциональный вопрос. На каком этапе подключается режиссер монтажа? Здесь нет однозначного ответа. Здесь я обычно подключаюсь на этапе препродакшена один раз для того, чтобы настроить определенные процессы. И тут я могу рекомендовать так делать, потому что можно многих проблем в монтажке избежать, если прокоординировать процессы до начала съемок. Даже на безбюджетных проектах, то есть с минимальным бюджетом, это может помочь. Бывает, но дальше все зависит, в принципе, от отношений режиссера монтажа и режиссера, и продюсера. То есть у некоторых
В анимации, допустим, режиссер монтажа может подключаться на этапе аниматика, еще фактически на этапе сценария. Когда там все еще очень грубо собирается, или если у вас матрица какая-то, да, то есть если у вас фильм с большим количеством превизов, когда у вас большим количеством спецэффектов, тогда вполне возможно режиссер монтажа подключится еще до съемок и будет так или иначе влиять на сценарий. То есть вариантов очень много. Но у нас сложилось так, что либо режиссер монтажа подключается уже на постпродакшене. Не очень хороший вариант. Лучше все-таки позвать его на препро для того, чтобы прокоординировать определенные процессы. Вот. Сейчас что происходит дальше? Как вообще выглядит процесс монтажа кино? Тезисно, да, шаг за шагом. Это сейчас мы пройдем по всему процессу и посмотрим на то, как это приблизительно происходит. Я вам порассказываю чуть истории из реальной жизни, их много. Но начнем мы с первого шага. Первый шаг – это когда у вас есть ваш материал, то очень важная скучная стадия – это, я это называю, картой. Организовать. Смотрите, в чем одна из основных характеристик, ну, или свойств монтажа? Что мы делаем? Мы постоянно экспериментируем. То есть нам важно, важно пробовать. У меня есть одно правило. Я в начале карьеры, мне там предлагали что-то сделать, я такой думаю, я же профессионал, я должен знать. Я должен все знать, поэтому мне режиссер говорит, давай мы сделаем такую склейку или такие два кадра поставим. Я в голове делал этот монтаж и говорил, да или нет. Хорошо, получится хорошо или получится плохо. И, в общем, это было довольно непрофессионально с моей стороны, как оказалось, потому что я работал много с западными режиссерами, у них очень классная система коммуникации, я от них многому научился. Они мягко выстраивают партнерские отношения. Они тебе говорят, ну, слушай, я знаю, что получится фигня, но поставь просто, давай посмотрим. И я такой, тут ничего, нечем крыть. Конечно, почему бы не поставить, это же не сложно. И я заметил за год, что в 50% случаев те решения, в которых я уверен был, что они не получатся, были прекрасными, они прекрасно работали. С тех пор я пришел к выводу, что нужно пробовать. То есть даже самую идиотскую идею можно озвучить в монтажке и попробовать. Сейчас мы живем, слава богу, в эру нелинейного монтажа. Попробовать вам не стоит ничего практически, чуть-чуть времени. Поэтому важно вот эта вот гибкость процесса экспериментов, она возможна только тогда, когда у вас хорошо организован материал. То есть это тот случай, когда... Ну, у меня, кстати, на столе рабочем порядка никогда не было. Но в монтажке у меня порядок. То есть, если вы посмотрите на стол мой монтажный, там, ну, не очень сильный хаос, но такой нормальный. А в монтажке все очень аккуратно, потому что когда вы работаете с количеством материала, начиная там даже от часа-двух, если взять полный метр, без логинга, без организации, вы просто утонете в этом. Даже на коротком метре вы утонете в этом. То есть для этого есть разные методы. У нас не такая конкретная лекция, прямо чтобы мы тут сейчас рассматривали, как в какой монтажке это можно сделать. Но так как мы с вами идем здесь тезисно, мы организовываем материал таким образом, чтобы можно было быстро найти все, что вам понадобится. Таким образом, если мне хочется что-то попробовать, у меня это занимает не очень много времени. Потому что знаете, что происходит? Когда ты устал, ну, легче всего это, конечно, на примере рекламы показать. В кино не так жестко обычно все происходит. Реклама – это когда вы две смены спасаете мир от, я не знаю, от, в общем-то, от динозавров или крокодилов. В общем, вы чувствуете себя Брюсом Уиллисом, но за вами все гонятся, стреляют и уже подстрелили где-то в конце второй смены. И ты... уставший настолько, стресса, времени мало, работает все не всегда хорошо, и тут приходит идея. Ты устал. Пришла война, а ты уставший. И если... И это на самом деле очень... Вот это тут тонкий психологический момент начинается. Если ты устал, и ты понимаешь, что тебе для того, чтобы попробовать эту идею, нужно сейчас напрячься,
Ты, и вы с режиссером можете, вы такие, а ладно, не надо, не будем пробовать. Все равно фигня получится. Ты уже готов себя уговорить, просто чтобы не напрягаться, потому что ты устал. Если у тебя это быстро можно сделать, то гораздо больше шансов, что ты попробуешь это, и вполне возможно, это будет лучшее решение вообще за, все, за этот проект. Поэтому это важно. Дальше. Что мы делаем дальше? Вот тут начинается интересно. Потихонечку. Точнее, в этом процессе интересного мало, я его ненавижу больше всего. Но без него это просто моя нетерпеливость. Без него хорошего кино не получится точно. Селекты. Так как у нас молодая индустрия, да, что у нас интересное произошло в монтаже? У нас нет преемственности поколений, к сожалению. То есть я не учился у каких-то опытных монтажеров или режиссеров монтажа. Да давайте, кстати, вот эту тему с монтаж, режиссер монтажа. Я взаимозаменяемо использую эти термины. Никакого оскорбления не чувствую, если меня называют монтажером. Разделение монтажер и режиссер монтажа пришло во многом из телека. На телевидении есть монтажеры технические, которые могут технически что-то склеить. И есть режиссеры монтажа, они так их называют, которые при этом еще могут думать творчески. И отсюда это пришло в кино тоже, но я больше приверженец американской системы. Там есть просто editor. Есть editor, есть assistant editor. Соответственно, мне окей, если... В общем, я использую эти термины взаимозаменяемо. Но на постсоветском пространстве обычно режиссер... Тут я вас сразу предупреждаю, не все такие, как я. Обычно режиссеры монтажа не любят, когда их называют монтажерами. Но в рамках сегодняшней беседы мы будем их взаимозаменяемо использовать. Итак, монтажеры... Знаете, что произошло в 90-х? В 90-х произошло, в принципе, то, что произошло со всеми профессиями. Монтажеры опытные, там как-то выживали. Я не знаю, что с ними произошло. Мне кажется, большинство осталось на кино. Я видел одного опытного киномонтажера на Ялтинской киностудии. Женщина, кстати. Я посмотрел за тем, как она работает 10 минут с молодым парнем, который умел на Final Cut кнопки нажимать. Ну, он был монтажером молодым. И я был очень впечатлен, потому что она понимала монтаж гораздо глубже, чем на тот момент мог понимать его я. Я все пробовал просто так вот. Сейчас что-то попробуем, что-то получится. Она четко понимала, что она делает. Вот. Больше я живых монтажеров советских не видел. И они где-то исчезли, растворились в хаосе 90-х, а на их место пришли мы, мальчики, которые умели нажимать на кнопки. Мы просто умели работать за компьютером, а они не умели. И поэтому ландшафт монтажа в Украине, вообще на постсоветском, ну, я буду говорить про Украину, он такой очень хаотичный, это ландшафт самоучек. Это пока так, я надеюсь, что со временем это изменится. Но пока это так. И мы не научили, у нас не было шанса взять опыт из прошлого, который уже наработан был, и богатый опыт, и принести его сюда. Мы начинали с нуля. В этом, наверное, есть и позитив какой-то, но негатив в этом тоже есть. В общем, поэтому с монтажерами, с монтажом в Украине сейчас такая история. И важно... На данном этапе по максимуму не изобретать велосипед, потому что сейчас это еще немножко происходит. Все работают как кому удобно. А брать опыт в нашем случае, наверное, больше с Запада. То, что я вам рассказываю, это практически все опыт западных, который я взял от западных режиссеров. Итак, селекты. Селекты – это простой очень процесс. Мы отсматриваем весь материал. Все, что было снято на площадке, мы должны увидеть. Это очень важно, потому что… Давайте сейчас противопоставим два подхода. Есть сериальный подход у нас, именно про наш рынок будем говорить. Есть сериальный подход. Это когда ты понимаешь, окей, у тебя есть крупный план двух персонажей, есть общий план. В общем, есть такой… Это называется coverage. Вот там есть слово. Это, грубо говоря, покрытие. Как покрыта сцена ракурсами.
И у тебя есть выбранные дубли. И еще есть последние дубли. Сериальный монтажер делает так. У него мало времени. Ему нужно за 30 минут смонтировать за 6 смен. Это, в принципе, очень жесткая задача. Поэтому он просто берет последние дубли и понимает, ага, я начну с общего, потом на этой фразе я перейду на крупный того, кто говорит, а потом как-то разберемся. И он уже, у него набита рука, он так вот колбасит, и, в принципе, так получается эти 30 минут за 6 смен. Это первый подход. Второй подход – это отсмотреть все, что у вас есть, никуда не спеша, делая заметки. Это киноподход. И таким образом загрузить материал в голову. Там начинают происходить совсем другие процессы. Потому что вы здесь увидели взгляд, тут вы увидели, как персонаж, не знаю, повернулся, посмотрел на другого персонажа очень мощно, и вокруг этой точки вы можете целую всю сцену построить. Если вы не отсмотрите материал, вы можете не заметить жемчужину. И закон тут получается простой, что в хорошем монтаже, то есть как можно по максимуму выдавить материал, который к вам пришел, это когда монтаж будет вести материал, то есть он будет вам подсказывать, он будет вас вдохновлять, вы будете с ним жить, максимально познакомившись. И результаты такой работы очень сильно отличаются от этой сериальной схемы, которую я вам рассказал в начале. Также сейчас у меня была какая-то идея, я ее записал. Еще мне нравится, знаете, фраза, что когда говорят про монтаж, очень часто думают про склейки. Но склеек не существует на самом деле. Ну, их даже в монтажке нет. То есть их нет как... Там склейки — это просто соединение двух разных кадров. Самое главное в монтаже, по сути, это то, что происходит между склейками. И склейки могут вам помочь в чем-то, но это просто средство. Склейки — это побочный эффект того, как вы рассказываете историю. Это не самое главное. Самое главное то, что происходит между ними. И именно это фокус отборки. То есть вы, если у вас есть... И тут такая интересная штука получается, что мы... кстати, как мы в кино называемся монтажерами изображения. Такое наше полное официальное название. Мы отталкиваемся от картинки. Вообще первые стадии монтажа делаются без звука, если вы только не диалог монтируете. А в телевидении, допустим, наоборот, от звука идет... Звук — это главное, а картинка второстепенная. Поэтому, в общем, отборка позволяет вам тонко начинать соединяться с материалом. И тут интересная тоже, может быть, штука. У меня была такая история... Меня попросил друг старый с Мальты, я на Мальте когда-то жил, смонтировать какой-то ролик. У них фестиваль, и кто-то там, что-то там горит на фестивале. Это, возможно, они Burning Man'ом вдохновлялись, я не помню. Я помню, что что-то там горело, и было любительское видео с предыдущего фестиваля, где горело вот это что-то. И была песня, где кто-то громко орал из 60-х под рок. Fire или burn, что-то такое было. И у меня не было времени, как всегда. И я думаю, блин, ну надо Дэвиду помочь. Я сделал все как киномонтажер. Я увидел какую-никакую соль в этой картинке, понял, как это с музыкой можно... Короче, у меня из трех кадров получился промо-ролик. Дэвид такой смотрит, говорит, чувак, ну да, ну, в общем, угу. Ну, спасибо. И мы попросим еще кого-то это сделать. Я понял, что у тебя нет времени. Я только думаю, да в чем дело вообще? Нормальный ролик. И потом он мне присылает то, что они сделали. А там мультиэкраны, все фигачит, там по полкадра кадры, склейки, что-то музыка. В общем, материала не видно практически. А есть в основном форма. То есть... Что произошло? Мы в кино пытаемся опереться на материал. Обычно у нас все-таки есть материал, который в кино так сделать невозможно. Ты не можешь формой заслонить отсутствие содержания. Ну, точнее, ты можешь попробовать, но это будет сшито белыми нитками. Ну, то есть это не сработает.
А в короткой форме такое происходит часто. И я называю это несущий плинтус. Это похоже на, знаете, на дом. Вот у меня сейчас друг строит маленький примитивный дом, курень такой. И у него реально там несущий плинтус. У него это все стоит на террасе и скрепляется плинтусом. И мы ржем, что это несущий плинтус. Вот в данном случае, когда материал плохой, тогда ролик похож на дом, в котором фасад несущий. То есть внутри дома ничего нет, такая декорация, но фасад яркий, там какой-то разноцветный, но на него если дунешь, то он рассыпется. И мы из-за того, что мы тренированы искать суть в материале, можно иногда об этом забыть, и ну, если мне дадут не очень качественные материалы и попросят сделать промо-ролик к фестивалю, то может получиться такая фигня, может получиться плохо. Потому что нас ведет материал. Ну вот, видите, я даже эту фразу подготовил. Итак, отборка – это мучительный процесс, это часть боли. Это моя основная боль на самом деле, потому что когда у вас… Ну, я сейчас монтировал большое-большое-большое кино, и там была такая ситуация, очень крутой материал, и там было на сцену экшен в 5 минут, 11 часов материала с 7 камер. Соответственно, я отсматривал это, наверное, дня 2-3. Ну, что это такое отсматривать 2-3 дня материала? Это ты сидишь и ничего не делаешь 2-3 дня. Я нетерпеливый человек, и я хочу результат сейчас, как можно быстрее. Отборка не дает тебе никакого видимого результата, она дает тебе только палитру для дальнейших действий. Соответственно, для моего психотипа это довольно травмирующий этап, и он меня больше всего утомляет. Но если кто-то не такой нетерпеливый, как я, то, наверное, с этим легче. Я когда читал интервью с режиссером монтажа в Голливуде, кто-то очень классно сказал, что я обожаю отборку. Это похоже на процесс поиска алмазов, то есть на процесс поиска драгоценных камней. Наверное, это можно так воспринимать, но у меня уже 14 лет не получается. Я мучаюсь до сих пор. Но я надеюсь, что я когда-нибудь к этому приду. Что мы делаем потом? На самом деле, украинские монтажеры, и включая меня, они дальше сразу начинают пытаться монтировать, черновой монтаж делать. Что при этом... Но нет, наверное, давайте я расскажу то, к чему правильно, как правильно, да? Как правильно, то я вот сейчас к этому только прихожу. И научился я этому тоже на голливудском проекте, потому что у них эта преемственность не терялась 100 лет. Очень многому можно у них научиться, они очень крутые. Исторически сложилось, что ассембли, сборка, это когда снимали на пленку, тогда они, с чего все начиналось? Все собирались командой вот так вот в кинотеатре. Мы, кстати, так сидели в Риме на Чиничите в кинотеатре Феллини и смотрели там раз в несколько дней, даже, наверное, каждый день, когда они снимали в Риме, и потом уже гораздо реже. Мы смотрели «Дейлис». «Дейлис» — это то, что сняли за день. И ты просто сидишь и отсматриваешь тупо дубль за дублем на большом экране. Раньше так этим занимался оператор, режиссер, монтажер, ассистент монтажера. Все сидели и методично все отсматривали во время съемок прямо. После этого, когда уже весь фильм был снят, ну или во время съемок в процессе, монтировались, по сути, сцены. Это не был монтаж в полном понимании этого слова. Это могло быть несколько кадров всего из сцены. Они могли даже дублироваться в чем-то. И выстраивалась сборка для того, чтобы можно было посмотреть на историю впервые в экранной форме от начала до конца. Это не монтаж, это сборка. Но вы уже видите приблизительно структуру, вы приблизительно понимаете, как у вас герои работают. То есть это такой очень-очень, это набросок, очень большой, очень черновой. И к чему это пришло сейчас, да, вот именно в нашей практике, по крайней мере. Мы, сейчас я монтирую новый фильм Лукича, «Люксембург». Вчера я посмотрел первый раз на сцены, которые я собрал. Я что-то плохо себя чувствовал, может быть, побочка от прививки, я не знаю. В общем, валялся два часа такой,
Думаю, ладно, все, надо наконец-то засесть, я хочу закончить сегодня эти сцены. И я посмотрел первые 15 минут, и от смеха чуть с кресла не свалился, и у меня резко стало лучше. Я, в общем, целительная сила смеха, за это я обожаю Лукича. И что мы сейчас делаем? Мы, нам нужно будет искать как бы границу или баланс между драмой и комедией. Сейчас мы не можем знать... У нас нет еще нет сборки, да, вот этой. Мы видели только дубли, видели отдельные сцены, но пока весь фильм не сложится, мы не можем понимать, к чему это приходит. Что я сейчас делаю? Я монтирую, сборка делается по сценарию. К чему, что у нас часто происходит? Монтажеры сразу начинают: так, вот это не сработает, это нафиг, а здесь мы вообще параллельно все зафигачим вместо того, как было в сценарии. Сразу начинают это креативить. Это неплохо, но в этом есть большой минус. Вы можете не увидеть очень много возможностей. Сборка позволяет получить такое... Это очень классный способ посмотреть на материал и познакомиться с ним для того, чтобы потом в дальнейшем иметь это в голове как возможности. И поэтому сборка — это не совсем кино. Вы не делаете это... Вы понимаете, что вот эта сцена затянута, да? Но вы ее все равно оставляете. И что мы сейчас делаем? Мы оставляем все комедийные биты, даже те, которые, может быть, уйдут потом. Большая вероятность. Но тогда у нас в дальнейшем будет возможность. Ага, здесь мы понимаем, что мы перегнули палку в одну сторону. Мы можем выкрутить ее в другую, удалив этот бит или тот. А здесь нам, наоборот, нужно больше драмы. Окей, значит, может быть, вокруг, может быть, нам нужно убрать слишком смешную сцену до или после. То есть у нас это такой интересный очень маховик эмоций, который комплексно работает в рамках двух часов, но это такой механизм классической работы, да, когда мы выстраиваем эту сборку и имеем ее как структуру в голове, да, имеем ее перед глазами. Он нам позволяет быть более гибкими в будущем. Я вначале... Когда посмотрел сборку голливудского фильма, на котором я работал, я там был не основным монтажером, а вторым. Я был в шоке просто. Это было невозможно смотреть. Там, я не знаю сейчас, как так рассказать, чтобы не попасть под NDA. В общем, там минут 8 персонажи бегали по туману, или 7. И было абсолютно очевидно, что они даже половину этого времени бегать не будут. Ну, то есть это максимум 40 секунд займет в кино. Но это было сделано для того, чтобы вся команда видела опции, видела материал и видела возможности. То есть я это не забыл до сих пор. Уже прошло лет сколько? 6 или 5. Я до сих пор помню этих людей, бегающих по туману. Они меня впечатлили очень сильно. Потому что это было мне абсолютно непонятно. У нас мы рынком, я рынком рекламным, и большинство монтажеров, мы, знаете, у нас есть, не знаю, как назвать, профессиональная травма или профдеформация. Мы натренированы на быстрый результат. Мало времени. Давай сделай круто, и чтобы все сдалось. Это может впечатлять китайцев, допустим. Но вообще в кино это в долговременной перспективе это губительно. Потому что вы выдаете вот такой один крутой результат, дай бог, чтобы он был крутой, это не факт еще. И потом все остальное остается в тени никогда не увиденной. Это может навсегда остаться неувиденным. Вот. Мы с Нариманом, когда монтировали «До дому», я это делал, наверное, я просто туда только дошел до этого. У нас там, мы оставляли сцены до последнего. Но до последнего, это когда у нас была там одна сцена после морга, я не знаю, если кто-то видел кино, там оно все начинается со сцены в морге, а потом Алим ждет отца снаружи и разговаривает с дедушкой. Эта сцена продержалась одну сборку. Но она просто была плохо сыграна реально и сразу выбивала нас. Но она эту сборку продержалась. То есть мы не удалили ее сразу, мы с ней пожили. Каждый раз, конечно, мы кривились, когда ее смотрели, но ничего, мы выжили, а сцены нет. Но к чему это один пример. Второй пример, когда нужно потерпеть. Это спасение персонажа.
В «Диком поле», тут я никогда не могу назвать персонажа, был, мне когда кино досталось в черновой сборке, я сразу определил слабое звено. И одно из слабых звеньев был этот персонаж. Я думаю, ого, так, может быть, ничего с этим хорошего не получится. И, однако, с помощью терпения и того, что максимальное количество сцен было вначале смонтировано и было в голове, получилось вытащить этого персонажа настолько хорошо, что потом, когда я читал рецензии, там, всякие ревьюшки, этот персонаж был одним из любимых и даже был номинирован на Дзигу потом, этот актер. Если, ну, в общем, подобное, медленное... То есть, когда мы попадаем в мир кино и материала, очень легко разочароваться. То есть, у вас в голове это, ну, одна картинка, а на экране другая. Вообще, когда есть такое мнение, его очень многие повторяют из опытных режиссеров, легендарных, что если режиссер не плачет на просмотре первой сборки или первого черного монтажа, то это очень странно. Ну, то есть, первые просмотры, они очень травматичны. Все, что вы думали про свое кино, может быть незаметно. На экране все там вообще работает не так, как вы думали. Короче, это не кино. То есть сборка и первые черные монтажи, это может быть довольно отвратительно. Ну, как бы классно, когда нет, но часто да. Но что интересно, что потихоньку, когда, но это не, уже с опытом, это не пугает. То есть, потому что вот такие истории, они повторяются сплошь рядом. Ты думаешь, что это провальная линия или провальный персонаж, но на самом деле с очень тонкой работой и с верой, и с поддержкой, как в жизни, да, может какой-то ребенок очень хочет стать, там, не знаю, бегуном, ты, родители смотрят и думают, да какой себе бегун? Но с поддержкой и с верой потом где-нибудь побеждает. Потому что верить и в человека, и в персонажа одинаково важно. Это приводит к чудесам. То есть вот не судить и с плеча, и не рубить с плеча. Вот. И поэтому вот такой плавный, достаточно взвешенный подход позволяет также войти в это состояние. Также еще одна маленькая ремарка, когда я считаю, что важно собирать фильм, как вы его задумали по сценарию, и опытный монтажер делает так. У них есть идея альтернативного подхода, они сделают версию. Вот, посмотрите, как по сценарию, посмотрите, какая у меня есть идея. Вот альтернативная версия. Две альтернативные версии, значит две. Таким образом, ты видишь всю палитру, режиссер видит всю палитру, и у тебя это остается в голове. Часто не нужно принимать решение сразу. У нас есть время еще. Что происходит потом? Вообще, на самом деле, вот первая сборка, которая, когда готова первая сборка, это огромная веха, это как праздник такой. Я обожаю, я очень жду всегда этого момента, потому что это впервые кино предстает перед зрителем. Перед зрителем, зрители — это мы. И впервые оно работает перед вашими глазами в экранной форме. То есть до этого кино было, ну, его не существовало таким, в такой форме, как его увидит зритель. Там столько всего, обычно столько эмоций это вызывает. Я на практике не могу работать в день просмотра первой сборки. Столько эмоций, что хочется обсуждать это, и обсуждать, ну, обсуждений хватает на оставшуюся часть смены. Много инсайтов появляется, что-то не работает. В любом случае, ты видишь рождение. Вот это третье рождение, оно происходит, ну, много раз. На уровне сцен тоже. На уровне сцен это тоже потрясающе, может быть. Но когда это все собирается шариками в одну пирамиду, которая раньше не существовала, это магический момент. Может быть, чуть травматичный бывает, но чаще всего я уже не плачу. Может, потому что я не режиссер. Даже не мое кино все-таки. Но настолько, как это у режиссера бывает. Но я знаю, что режиссерам сложнее всегда. И вот этот момент, когда мы смотрим эту первую сборку, после первой сборки сразу очень много появляется идей. Там, здесь у вас не работает, здесь провал, здесь
Может быть, нужно сцены местами поменять. Может быть, это нужно удалить, но давайте пока не спешить. Буквальным образом вы уходите с вот таким пакетом идей того, что с этим можно сделать дальше. И техника дальше такая. Мы работаем на уровне сцен, то есть в сцене тут проваливается персонаж, здесь с ритмом плохо, здесь плохой дубль, просто хочется поменять, да, здесь, может быть, чуть раньше закончить. Ты начинаешь полировать на уровне сцен, и в то же самое время уже может прийти время экспериментировать структурно. Время экспериментировать, то есть эта сцена вообще будет жить или нет? Может быть, или она куда-то переедет. Мы ее вообще можем удалить, или она куда-то переедет. На этом, на этапе первой, второй сборки с этим лучше не спешить, но если есть очень яркие идеи, то мы их уже начинаем пробовать. И тут тоже важно не спешить, то есть не стараться все объять этим, все, за второй проход мы должны получить работающее кино. Это спешка до добра не доводит. И тогда, когда мы проходим над всеми, это достаточно... Первый проход самый долгий, второй проход тоже долгий достаточно. Потом, чем больше вы работаете, тем больше у вас сцены на уровне сцен уже работают, и тем меньше занимают времени проходы. Допустим, на финальных стадиях кино иногда, ну, пожалуй, у тебя проход там с какой-то 11-й сборки до 12-й может занять 2 часа времени. И на поздних стадиях кино психологически очень сложно становится то, что после каждого, даже малейшего изменения, нужно смотреть всю сборку. Мы когда с Наташей делали «Погани дороги», мы два часа с лишним, и мы бывало смотрели фильм по 2 раза в день. Психологически ты начинаешь ехать крышей просто. Ну, то есть это особенно, если кино не самое веселое, как в случае с «Погаными дровами», а вокруг карантина ты не понимаешь, что происходит. Я сижу у себя на хуторе, а Наташа в 30 километрах на даче по телефону смотрит через Zoom. И меня начало плавить конкретно, я начал превращаться в Сепара. Он был очень похож на... Я в какой-то момент нашел в себе отголоски, я просто рос в Днепропетровске в 90-х. Ну, короче, таких ребят там, которые вот так разговаривали, было много. И я понял, что оно у меня внутри где-то тоже засело. И меня начало плавить, я начал думать его словами. Это очень неприятно, на самом деле. Бывает... Вообще, сложность работы в монтаже кино заключается в том, во многом... Ну, если... Мне кажется, что если не очень устойчивая психика, лучше туда не лезть. Потому что для того, чтобы создать мир, нужно в нем пожить самому. И на самом деле я по себе все время замечаю, это в любой форме, и в рекламе, и в коротком метре, и в полном, что для того, чтобы, когда я монтирую кино и действительно погружаюсь в него, то я начинаю жить больше в мире выдуманном, чем в настоящем. И когда ты монтируешь там 15 лет, это довольно странно бывает. Ну, может быть, у меня просто такая, не знаю, может быть, это моя особенность, но я что-то так не думаю. Вот. И, в общем, на поздних стадиях самое сложное – это отсмотры бесконечные именно всего фильма. Особенность, которая очень ярко выражена в кино, это правда для всех форм, для любого монтажа, для любой истории, но в кино это особенно сильно выражено. То, что общее всегда побеждает частное. То есть, если взять... Пример такой у нас есть. У меня есть. Это «Думки». Мои «Думки тихи». Первый монтаж занимал, по-моему, 3:40. То есть, около 4 часов. Может быть, 3,5. Тот фильм, который вышел на экраны... мы вырезали, пожалуй, 40-50% всего материала. Там, те, кто видел, там была девушка Вадима, был его отец, была линия отца, мы вырезали линию отца. И каждая сцена практически, которая есть в фильме, урезана на 50%. То есть некоторые сцены было очень больно терять, они были очень смешные, и они были классные. Там зубной, допустим, в самом начале. Вадим поет «Creep». Он говорит,
ему, когда там этот прикол с яблоком, как будто я не могу говорить, как будто у меня в горле застряло целое яблоко. Он говорит ему: слушай, по Луизе Хей, ком в горле — это не вымыло ни слова. Давай, типа... И он начинает ему это все наваливать. И он, в общем, давай мы тебя сейчас тут раскрутим. И он начинает: спой мне песню. И он начинает петь очень отвратительным голосом «Creep». В общем, там чай... Боже, там столько гэгов. Это реально офигенная сцена. И мы это все вырезали, потому что нам нужно было двигаться дальше. То есть у нас... И очень часто идет под нож. Я как монтажер, допустим... Смотрите, у зрителей есть определенный кредит внимания. Он, если вы выработали кредит внимания, то какую бы важную тему дальше не развивали, что бы вы супер крутое не рассказывали, у него все уже отключилось. Он уже не может дальше слушать вас, смотреть кино. Поэтому один из основных в думках, мы когда приходили, у меня был такой маркер: история с мама в отеле, история про смотрит ли коровы вверх. Это уже близко к концу фильма. Если на этой истории я чувствовал, что я уже не могу это воспринимать, то значит нужно было всеми правдами и неправдами вырезать что-то до этого. Просто банально, это настолько банальная причина, что кажется, что может быть стоит как-то, ну, как, может быть, поискать другой способ. И иногда ты идешь на компромисс. Вот в «Поганых дорогах» мы пошли на компромисс. Хотя я не могу сказать, что сильно это поддерживаю. То есть... Иногда ты идешь на компромиссы и все-таки думаешь: ладно, зритель, тебе придется поработать, подождать, но у нас важная история. В общем, дождись, пожалуйста. Мы тебе... Посиди, дождись, мы тебе расскажем все, что мы хотим рассказать. Но, в общем, bottom line в том, что мы чаще всего стратегия выигрывает, как в жизни, стратегия выигрывает перед тактикой. То есть мы можем делать тактические жертвы и постоянно это делаем. Убираем потрясающие сцены, потрясающие кадры, супер какие-то строчки персонажей. Я думаю, что быть актером — это больно вообще, потому что ты можешь сыграть гениально, самую гениальную сцену, а ее просто вырежут. И у тебя... Я когда недавно с актрисой разговаривал, исполнительницей главной роли, и она говорит: я смотрю, как монтирует. Блин, ну я вижу, что подставляют реакцию. Мы же эту реакцию играли вообще на другую фразу. Как можно? Ведь так нельзя. Мы же играем на это, а вы ставите туда. Я такой сижу, молчу. Потому что я так горжусь этим способом спасти актера в монтаже. Ну, мы так думаем, что мы его спасаем. Актер может с этим быть не согласен. В общем, это жестокая правда. Слабых детей сбрасывается со скалы, а в случае кино из сильных детей часто сбрасывается со скалы. Просто потому, что надо доехать до конца и не заснуть. Так, чтобы мы доехали до конца и не заснули, тоже поедем дальше. Частная это сцена. Да. По структуре. И вот во время работы, в принципе, основная работа над кино такая тонкая, начинается вот с этой первой сборки, и где-то между первой сборкой и пикчерлоком. Пикчерлок — это такое, знаете, его не существует вообще. То есть финализация монтажа не существует, нас заставляют его закончить, но это как ремонт, его невозможно закончить, можно только остановить. Но я, кстати, не шучу, если режиссеру дать возможность что-то исправить через 2 года в его кино, он обязательно это сделает, если он не Нариман Алиев только. Большинство... У меня есть реальный кейс, когда сделали кино, в общем, все, цветокоррекция, звук, в общем, все уже в архивах материала лежат, и там что-то сразу, в общем, кино не вышло, прошло 2 года, и режиссер такой: так, я придумал другой конец. И реально нанял монтажера, там залезли в архивы, достали, все, переделали конец. Ну, я не знаю, там чем все закончилось, но, в общем, дедлайны — это единственный способ заставить монтаж закончиться. Дедлайн — это неплохо. И поэтому в поисках вот этого святого несуществующего Грааля пикчерлока мы... На всех этапах работаем со структурой.
И вот структурные изменения, они суперинтересные, потому что я приведу пару примеров. Допустим, я бы даже начал, наверное, со сцены с курицей, с поганой... Кто смотрел «Поганые дороги»? Поднимите руки, пожалуйста. Окей, чуть-чуть людей смотрело, класс. Ну, я все равно расскажу контекст. У нас есть там сцена с курицей, то есть у нас есть 5 новелл про войну. Они связаны только рифмами, то есть это нет там прямых прямо связей. И в кино заканчивают, то есть достаточно жесткие новеллы, очень мощные, все происходят в районе фронта, линии фронта. Ну, там никогда не видно боевых действий. И внезапно пятая новелла очень бытовая. Женщина, даже не понятно, что это может быть где угодно в Украине, ну, где-то, наверное, на Востоке, сбивает курицу и пытается, ну, приходит к хозяевам, пытается за нее рассчитаться. И это начинается, в общем-то, как комедия. Реально ржут, в первом акте все ржут. А потом медленно, там такая есть интересная точка, как шарнир. Так как это в конце стоит, ты уже спустился в ад и потихонечку поднялся обратно, и тут вдруг облегчение, класс. И ты с облегчением ржешь, потом она возвращается, второй акт, и там есть какая-то точка, когда внезапно все меняется. Такой твист. Ты вдруг понимаешь, что там, можно сказать словами героини, вы это серьезно? И я, когда смотрел первый раз монтаж, у меня в этот момент холодок по коже прошел. И это все вообще неожиданно абсолютно превращается в конкретный триллер. Причем не триллер ради триллера, а с большой, очень такой социальной, скажем так, размышлением по поводу нашего общества. И вот мы с Наташей сидим в последнюю смену, и уже все укоротили, что только могли. У нас остается кино в 2 часа с лишним, которое все равно, я чувствую, что заканчивается 4-я новелла, я уже на курицу, у меня не хватает душевных сил. Просто на курку нет сил. Что делать? Мы не можем убрать эту новеллу. Она подытоживает все кино. И Наташа предлагает такое смелое решение. Я, кстати, на такое в последнюю смену не способен. Только режиссер может так сделать. Она говорит, давай поставим ее в начало. И я говорю, ого, ничего себе, давай. Давай. И мы поставили это в начало, пришлось перемонтировать ее так, чтобы титры были, все такое. И мы ставим это в начало, и кино перестраивается, вообще очень интересно. Она в начале работает абсолютно по-другому. Она задает другой тон всему тому, что происходит дальше. И из-за того, как поменялась динамика повествования, самая тяжеловесная новелла становится в конце, и ты приходишь идеальная с точки зрения моей проблемы, основной как монтажера, кредита внимания у зрителя, мы просто идеально вот так решаем все. И я говорю, Наташа, это гениально, это просто супер. В общем, Наташа, но я не уверена, потому что для нее, как для сценариста, она же написала это, совсем разные смыслы получаются, когда это в начале и когда в конце. Ну, в общем, чтобы укоротить эту историю, я скажу сразу, что вернулась курка в конец. И осталась там жить. То есть вы все, кто смотрели кино, она там в конце находится. Но я по-прежнему... Я поддерживаю Наташу, потому что она рассказала свою историю с теми смыслами, которые она вложила. Но я как монтажер поставил бы ее в начало, это точно. Потому что мне важно, чтобы зритель досидел до конца и не умер. И поэтому такие структурные решения... И, кстати, вот эти две истории обе, они обе происходили в последнюю смену или в предпоследнюю. Почему-то я, знаете, нахожу себя практически в каждом кино в одной и той же ситуации. У нас заканчиваются смены, все, у нас уже нет времени, а кино нет. То есть это такое было, наверное, с каждым фильмом, в общем, практически с каждым фильмом. И каждый раз удивительные штуки происходят. У нас там за 2-3 смены мы находим кино. Чаще всего это происходит благодаря не иначе, как божественному коннекту режиссера со своим материалом. То есть, но это тоже
скажем так, важно уметь создать такую атмосферу. Вот. И поэтому именно в такой ситуации мы оказались с Лукичем, с Антонио. Продюсеры мне сказали: Саша, деньги закончились, сроки закончились, заканчивайте, скажи Антонио, в общем, чтобы он заканчивал. И я такой: блин, ну у нас, конечно, вроде все неплохо, но мы еще не закончили. Я смотрю, а мы как раз на First Cut Lab пошли и получили столько фидбэка профессионального, но мы на этой точке поняли, что у нас нет кино. Ну, то есть оно есть, но оно нет, его нет. И мы с Антонио сидим, у нас осталось две смены, или одна вообще, по-моему, тогда. И, ну, это, а я, по моим прикидкам, еще месяц работы, чтобы это все найти. И мы сделали там что-то, какие-то косметические изменения. Фильм, то, что могли, знаете, хотя бы что-то. И уже уходим, и Антонио такой на улице говорит: слушай, у меня такая идея, давай эту сцену уберем вообще, соединим две другие, перехерачим всю середину, попугая в начало, то в конец. Я такой думаю: чувак, ну, это все равно, что в доме уже готовым планировку менять. Ну, то есть это просто шансов, что это сработает, примерно 0,0. Ну, то есть минимальные шансы, и у нас нет времени. И я хотел уже сказать: Антонио, ну это просто, давай не идти туда. А потом сдержал себя и такой думаю: блин, ну а что нам стоит попробовать? Давай попробуем. И произошло такое же чудо, как произошло в конце фильма с этим перышком. То есть мы это сделали, и против всего моего опыта, против всего того, что я знал о монтаже и о том, сколько еще... Ну, то есть такую тонко выстроенную структуру нельзя трактором ломать. А мы именно это сделали. И у нас получилось то, что вы видели в итоге. Ну, то есть у нас получилось кино благодаря вот этим диким изменениям в структуре. И основным из них было то, что мы перенесли, если кто помнит сцену с попугаем, ну, тот, кто смотрел «Домки», вряд ли ее забудет. Мы, изначально сцена с попугаем стояла в конце, перед «Твин Пиксом», уже в конце, так, в конце эпизода начала его путешествия. И, ну, и это было логично. Начинаем там с лайтового чего-то, потихонечку растут ставки, и потом начинается хардкор. Антонио придумал поставить ее на самой первой сценой путешествия. И это очень интересно заиграло, потому что Вадим стал одержимым в два раза больше. Ну, то есть, и там есть кадры, которые, в общем, все остальное путешествие заиграло очень сильно по-другому. И там вот после... У нас был кадр, где он едет, и вот так вот... У него башка торчит из машины, он так вот, по-моему, лежит, и ветер развивает его волосы, и он говорит, очень задумчивый. И он стоял, он классный, ну как бы мама его задолбала, то есть он был без контекста, достаточно ну, милый. Но после сцены с попугаем он начал выглядеть абсолютно по-другому. Мы просто заржали, когда его увидели. Ну то есть у нас Вадим для нас самих неожиданно сильно поменялся. В общем, структурные изменения – это очень интересный опыт. И даже когда кажется, что фильм уже не спасти, иногда это возможно. Всегда это возможно. На поздних стадиях, то, кстати, то, чему я научился у Эммы, голливудского монтажера, она интересно работает. То есть вначале все может быть достаточно линейно. Ну, проще всего это объяснить на уровне сцен. То есть у вас есть сцены, обычно написаны, у них есть начало, середина, конец. И вот они стоят подряд по сценарию того, как задумано. Потихонечку это все, ну, чуть-чуть меняется, но в конце у нее есть интересная стадия, и я вот сейчас к этому тоже прихожу, что окей, мы структуру и сцены привели в хороший вид, теперь можно undercut them. То есть теперь можно, что очень часто круто работает, не начинать сцену сначала. Персонаж пришел, сказал: о, у меня такая проблема. Ага, расскажи про эту проблему, Питер. Ну вот так, 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 так. И тогда мы приходим к сути, когда они смотрят друг другу в глаза и начинается какое-то противостояние. Может получиться так, что сцена и кино будет работать гораздо лучше, если начать сразу с этой паузы и взгляда с глаз, когда ты не знаешь контекста еще, но вынужден расшифровывать по ошметкам смыслов после, что между ними произошло. То же самое, очень часто круто
войти в сцену позже, чем задумано, и уйти из нее раньше. И вот, это, вот эти эксперименты их классно делать позже, на поздних более стадиях. И также классно экспериментировать с захлестами сцен. И сцен, и внутри сцен. Да? То есть когда мы один персонаж начинает говорить, мы видим другого персонажа в этот момент. Потому что простой способ смонтировать диалог – это вначале просто выстроить тех людей, которые должны говорить, вот говорящими, собственно, людьми. И дальше на эту колбасу выстраивать реакции и потом сдвигать склейки. То есть кто-то закончил говорить, мы с него не уходим, остаемся на нем. Вы это будете чувствовать интуитивно. Вот с монтажом диалогов, кстати, такая интересная штука. Я когда читал учебник для режиссеров голливудский, мне очень понравилась эта аналогия. Я тогда не понимал, как монтировать диалоги. И он приводил простой пример. Мы в жизни, в принципе, обладаем навыком, который позволяет нам монтировать. Просто его нужно, грубо говоря, перенести из жизни в монтаж. Представьте, что вы наблюдаете за двумя людьми в ресторане, слушаете их разговор. На кого вы когда будете смотреть? Вы же далеко не всегда смотрите на человека, который говорит. Потому что вы можете, подачу вы его услышали, вы поняли, о чем это. Вы и в какой-то момент вам интересно, какая реакция у человека, которому он это говорит. Вы смотрите на него. И в зависимости от вашего контекста, от вашего заинтересованности в ситуации, может оказаться так, что вы будете все время смотреть практически на человека, который слушает, а не на того, который говорит. И вот это ощущение можно с успехом использовать в монтаже, при монтаже. Я, собственно, так и делаю. И когда, что происходит дальше? Когда мы уже более-менее уверены в нашем монтаже, тогда мы на самом деле оказываемся в интересной западне. Только мы об этом не знаем. Нам все нравится. У нас классное кино. Мы все сделали, мы победили всех драконов. Ну, парочка осталась, но они такие дохленькие. Можно жить. И тут, кажется, что все. Можно выпускать кино в жизнь. Но это не так. Чаще всего. И, то есть, что происходит? Мы настолько внутри находимся пузыря. Что у нас интересное получается? У нас в голове остается все вырезанное. И очень многие вещи кажутся понятными, хотя они для внешнего зрителя непонятны. Или там много может быть вопросов. И тут приходит этот страшный травматичный этап. Скажем так. Он достаточно травматичный. Всегда ты думаешь, что все лучше, чем тебе говорят на фокус-группе. Но это есть хорошая фокус-группа. Фокус-группа, это, пожалуй, очень маркетингово звучит. Это я просто из рекламы пришел, наверное, поэтому я так... хотя оно так и называется. Что мы делаем? Мы собираем друзей. И друзей-друзей. Но только аккуратненько. То есть классно, очень важно, чтобы были люди, которые не знают, про что ваш фильм, там вообще не в курсе, не видели ничего. Ну и важно, чтобы были те, которые, на которых вы можете положиться, допустим. И мы в идеале показать кино в кинотеатре, если это кино для большого экрана. И мы смотрим все вместе. Это очень важно и для нас тоже, потому что когда монтируешь на маленьком экране, это одно. Когда монтируешь на большом, когда смотришь на большом экране, ты можешь тоже очень, очень сильно удивиться. Да. Вот. И после этого после показа мы идем куда-то, где есть горячие и горячительные напитки, чтобы немножко не так сильно нервничать, а нервничаешь всегда сильно, и слушаем, что люди могут сказать. Если люди стесняются, то мы созваниваемся. У меня есть друг, который очень круто комментирует, но он никогда, никогда не говорит в кругу. Я уехал, сразу уезжает, и потом мне по телефону, я там сижу, конспектирую. Фокус-группы позволяют выбраться из пузыря и увидеть то, что вы из-за искажения своих личных уже не можете увидеть. И я могу без преувеличения сказать, что практически все фильмы, которые мы делали, появились благодаря, они состоялись благодаря вот этому дополнительному этапу. То есть у нас был момент, я сейчас расскажу про думки, но это совсем, вот везде так было. Думки, мы были в какой-то момент уверены, что мы готовы.
У нас есть офигенное кино. А потом мы попали на First Cut Lab. И мы просто... Они нас разнесли в пух и прах. То есть мы... Это, знаете, есть такая фраза, я это называю интегрировать фидбэк. Вот вам нафидбэчили люди, и что с этим потом делать, непонятно вообще вначале. То есть ты думаешь... Не хочу материться. Ты думаешь, блин, я поехал домой. Ну, может быть, стоит сделать паузу. Непонятно, что делать. Иногда понятно, но вот у нас в случае с думками было непонятно. Мы вообще офигели. И потому, что самое интересное, украинская фокус-группа нам говорила, какая прекрасная мама, почему он такой мудак, почему он с ней так, почему так себя ведет с ней. А западные, ну, First Cut Lab-овцы, западная аудитория, они говорили, на Вадима очень интересно смотреть, он такой интересный, но когда появляется мама, кино пропадает. Она его гиперопекает, она, ну, настолько настырная, кино у вас разрушается, когда появляется мама. Мы сидим такие, ну, хорошо, и что с этим делать? Вот. В общем, фокус-группы — это непросто, но это всегда... Без этого нельзя, короче говоря. Взаимодействие с режиссером монтажа. Тут, это, знаете, все тоже очень личностно. То есть взаимодействие самое главное у режиссера монтажа с режиссером. То есть когда я еще с ранних лет профессии пришел к выводу, что это похоже на жену и мужа. То есть если режиссер находит своего режиссера монтажа, то он обычно старается перетягивать его с проекта на проект. Потому что эти отношения, ну, то есть, на самом деле, я когда делал первое свое кино «Полный метр», мы с режиссером общались на порядке больше, чем он общался со своей девушкой. И из-за того, что мы постоянно делаем очень много субъективных решений совместных, важно, чтобы понимание друг друга переходило на невербальный уровень. И вот поэтому, когда выстроены у режиссера монтажа с режиссером отношения, тогда можно работать гораздо эффективнее. Потому что ты уже понимаешь приблизительно, как вот работает режиссер, что ему нравится. И вот этот невербальный уровень понимания, он ценен. Так что... Но все равно каждый... Это как, знаете, взаимодействие жены и мужа. Можно поменять там режиссер монтажа. То есть там же можно что угодно написать. Ну, то есть это зависит от пары. Точно так же зависит от пары взаимодействия режиссера и режиссера монтажа. Оно может быть очень разным, но ключевыми для меня являются партнерство, демократия и синергия. Это то, где мы расцветаем как пара. То есть самое главное вообще смысл. Зачем нужен режиссер монтажа? Почему он... Это потому, что режиссер не умеет монтировать? Это не так. Режиссер монтажа — это человек, который забирает большую часть творческой задачи на себя, нишевой, и режиссеру освобождает пространство для того, чтобы он мог взлететь над этим выше и работать, не тратя свою энергию на nuts and bolts. То есть у нас много достаточно есть технических задач, которыми режиссер может сидеть за нами, смотреть на экран и думать более свободно. У него весь ресурс задействован для того, чтобы реализовать свою историю. А мы еще, кроме этого, второй взгляд. Да, что еще круто, кстати, у режиссера монтажа, мы первые люди, которые видят историю так, как ее увидит зритель. Я стараюсь не быть на съемочной площадке. Все, кто были на съемочной площадке, у них слишком много информации. Холодно было, тепло, устали, поссорились, там, короче, Светик как-то там наругался на кого-то. Там они задолбались и чуть не умерли, чтобы этот кадр получить. Потом ты подсознательно... У меня был случай с режиссером, когда я смонтировал там какой-то бег с каким-то бэкграундом. Он говорит, слушай, так невозможно. Оно ж в разные стороны. Я говорю, в смысле? А он был на сете и знает географию сета. И по географии сета то, как смонтировано, невозможно. Но я не был на сете. И зритель не был на сете. И для нас, для обоих, это возможно. Это большое преимущество, и его я стараюсь не терять. Я стараюсь по максимуму не присутствовать на съемках.
И в конечном итоге святой грааль работы режиссера и режиссера монтажа — это в том, чтобы мы могли сделать вместе лучше, чем каждый из нас может сделать по отдельности. И если это получается, значит, этот союз успешен. И вот к этому уже стремиться, ну, к этому мы всегда стремимся, и это обычно получается. Это кайф огромный для обоих, это раз. И два, это возможно по-разному, но лучше это делать демократическим способом. Потому что у нас в культуре много патриархата. То есть я 5 лет пытался понять, чем отличается западный режиссер от постсоветского на тот момент. Сейчас, кстати, это слово вот в кино этого не чувствуется особо. А вот в рекламе это чувствовалось сильно. Там, скажем, 5-8 лет назад. И через 5 лет я понял, что западные режиссеры выросли в демократии, и они демократическую систему отношений приносят в монтажку. Я там чувствую себя как партнер, при этом понятной иерархии. То есть я понимаю, что все равно он главный, но я чувствую в себе силу, и четко есть распределение обязанностей, и я понимаю, какое оно. Есть границы нормальные, и то есть есть партнерство. А с нашими режиссерами в то время я чувствовал, ты же монтажер, смонтируй. Или наоборот. Так, вот это вот сюда, а вот эту склейку вправо, а вот это, ну, то есть, либо я главный, либо ты главный. Жесткая иерархия. Кто-то должен быть главный, кто-то должен быть вот прям вертикаль такая путинская. И это была огромная разница. Я поэтому вообще не любил работать с нашими режиссерами в рекламе какое-то время, потому что я был в них в этом абсолютно неэффективен. То есть я настолько, ну, я вырос на работе с западными режиссерами, я когда приходил в эту вот вторую схему, я там просто половиной себя был. Во мне нет никакого смысла, если я просто на кнопки нажимаю, ну, это можно сделать гораздо дешевле. И во мне мало тоже смысла, если у меня нет вот этой синергии с режиссером. Мне нужно пинг-понг с ним играть. Я сам могу монтировать, но я не очень это люблю. Мы как раз приходим к вопросам и ответам. Про особенности профессии еще хотел рассказать для тех, если кому-то вдруг интересно, мало ли, если кто-то сюда пришел с интересом к профессии, да, как к потенциальному будущему. Первое — это усидчивость, то есть тут понятно. У меня рекорд 36 часов смена. Ну, в смысле, это мне было 25 лет, по-моему, я такое в жизни не повторю. Но 36 часов, я реально, это я телевизионную программу делал, немножко не рассчитал, первый выпуск был. Я, короче, пошел домой за 36 часов один раз поужинать и принять душ. Но после этого были стандартно, там спокойно могли 16-18 часовые смены быть. Сейчас кино, конечно, это не так, но все равно я вот за последние полгода работал без перерывов практически. У меня было несколько фильмов. И это полгода ты сидишь. Полгода. Я сейчас в середине нахожусь этого процесса, потому что у меня впереди еще полгода. Это вообще это не самая лучшая сторона, честно говоря, этой профессии, потому что я активный человек, и мне это немножко достает. Но я спасаюсь тем, что я купил старую хату в селе, на хуторе точнее, и сделал монтажку в близлежащем городке. И вот я последние 1.5 месяца, этих 6 месяцев, чтобы не сойти с ума, я поставил палатку большую на холме и спал 1.5 месяца в палатке. Потому что у меня рвется организм на волю. Я делаю так. Но когда я был помоложе, мне было пофиг, конечно. Внимание к деталям. Тут это... Конечно, это очень скрупулезная работа. То есть крутые монтажеры те, которые будут долбать этот бедный ролик до последнего кадра. То есть это фактически это профессия для невротиков. Ну, то есть классно, если тебе прямо типа, ты перфекционист, тебе типа, здесь что-то не так, здесь что-то не так. Ты не успокоишься, пока не найдешь, что не так. Пока все не будет идеально, ты не будешь спокоен. Это... В общем, и плюс, и минус, черт его знает. Это как у всего есть две стороны. Но, тем не менее, внимание к деталям важно.
Отложенное вознаграждение, тут очень все, это такое, знаете, субъективная тема, но тем не менее, смотрите, я, допустим, не испытываю удовольствия до тех пор, пока у меня не готова сцена. Вот я начинаю черновой монтаж, и когда я вижу, что магия начинает происходить, тогда я начинаю ловить кайф. Но еще больше кайфа я ловлю, когда все начинает сверкать прямо. Но для этого нужно подождать. Помните, я вам говорил, что я там 2 дня сидел, отсматривал это. 2 дня, и ты кайф получаешь. Вот реально, у меня на этом фильме была 1 минута в смену. И я реально увидел прям супер круть через 6 дней. Я 6 дней страдал, чтобы 10 минут порадоваться. 10, 5, ну 6. 6 минут сцена первая, 6,5 минут первая сцена была. Но с другой стороны, я видел людей, и я пробовал когда стоп-анимацию. Мы делали 20 секунд 2 дня. И это была самая примитивная стоп-анимация вообще в мире. То есть аниматоры и ювелиры, они могут, если кто-то из вас тут аниматор или ювелир, вы не волнуйтесь, вам понравится в монтаже. Там все очень быстро приходит, вознаграждение приходит очень быстро по сравнению с анимацией. Там можно ждать полгода вознаграждения. То есть это личностное. Как в любом творчестве, приходится быть уязвимым, потому что ты думаешь, блин, да я просто лучше монтаж сейчас сделал. Потом приходит режиссер и, в общем, оказывается, что это не так. Или приходит еще кто-то, ему не нравится. Он постоянно кому-то что-то не нравится. И если сильно ассоциировать результаты своего творчества с собой, то бывает очень больно, бывает. Но со временем становишься спокойнее толстокожей, что ли. Ну или просто не так ассоциируешь то, что ты делаешь с собой. Но все равно неприятно бывает. Но это еще, кстати, очень сильно помогает со временем развивающаяся творческая гибкость какая-то. Когда ты понимаешь, что может быть так, может быть так. И твое решение не обязательно самое лучшее. Часто можно сделать лучше или так же круто. Ну, по крайней мере, есть варианты. Самый серьезный инструмент, который самый ценный, как по мне, в этой работе, это рефлексия и саморефлексия. То есть как вообще работать, ну, допустим, с экшеном более-менее понятно, как работать. Это сложно, но это понятно. У вас, вы видите, где круче удар, где, ну, это довольно понятно. То есть вы работаете действиями. А что делать с эмоциями? Как вы поймете из 10 дублей, где актер вам дает то, что вам нужно? Как вычленить разницу из тончайшей паутины похожих эмоциональных тонов? Вот здесь это, пожалуй, самое сложное. И этого навыка, ну, он есть не у всех монтажеров, или он может быть развит не у всех монтажеров. Но... Ну, то есть мы думаем, тут такая хитрая штука получается, что ты смотришь на экран и думаешь про эмоции другого человека и чувствуешь их. И получается, что, короче, мне кажется, что это, я тут не буду утверждать, я подозреваю, что это связано с способностью к саморефлексии, прежде всего, самого человека. То есть если есть саморефлексия по поводу, ага, а как я себя сейчас чувствую, какая у меня эмоция сейчас, тогда можно... подобный финт произвести с человеком на экране. Вот. И тогда это самый большой супер навык, как по мне. По крайней мере, что касается кино. Потому что если режиссер монтажа, для режиссера монтажа, что актер в кадре, что комод, как мне недавно сказал один режиссер, что, ну, ну, да, в общем, неважно. Что для него, что актер, что комод в кадре, неважно. Тогда это катастрофа. То есть тогда будет у тебя будет весь фильм с комодом. То есть у него там будет просто прыгать эти эмоции, тонко его мира не получится. Самое прекрасное в этом – это создание миров. То есть я, наверное, выбрал эту профессию, потому что я чувствую себя мини-богом в монтажечке своей. Я всю жизнь читал книжки, все детство, и жил больше в выдуманном мире, чем в реальном. Потому что в 90-е, честно говоря, в Днепре реальный мир был не очень. Ну, то есть там было гораздо интереснее в книгах, и в основном в книгах. Вот, и когда я понял, что я могу создавать миры сам,
сидя в комнате за компом, меня это так захватило, что ну, я до сих пор делаю это ради вот этого момента искры. Не было жизни, она появилась, и она появилась в моих руках. Два кадра соединил что-то, правильные два кадра. Правильно попал, правильно нашел атмосферу, эмоцию, и внезапно я чувствую эмоцию. Я плачу в монтажке, бывает. Мы когда-то дома монтировали, я просто когда дубль смотрел, расплакался. А когда мы, ну, то есть это работает это интересным образом. В общем, это, мне кажется, это основное, ради чего я этим занимаюсь. И это очень круто. Я это очень люблю. Спасибо. И... если у вас есть вопросы, то задавайте. А, окей, вы может быть, ребята, вы тогда сами, да, будете. Да, добрый день, большое-большое спасибо, просто столько вот, я прям себя узнавала, не знала, что так, все, огромное спасибо. У меня много вопросов, наверное, часа на три, но задам один. У меня вопрос по трейлерам. Ну вот какие-то советы, вот сейчас хочу начать делать трейлеры, вот какие-то советы. Вот я так понимаю, что тут же важен кредит внимания, не до конца поняла, но, видимо, кредит внимания тут как раз и очень важен в трейлерах, правильно я понимаю? Да. В общем, буду благодарна за любые советы по трейлерам. У меня спасибо. По трейлерам самый главный совет, самый и простой, это есть курс, они брендируются как голливудский курс, ну, в принципе, там как-то ребята связаны с Голливудом. Давайте я сейчас, я что-то не могу вспомнить сейчас, я вам рекомендую просто этот курс. Я его в свое время купил, это самый крутой курс вообще по трейлерам, который я видел, он действительно работает. Я до этого, когда делал, пару трейлеров сделал и нашел этот курс тогда, когда у меня был как раз заказ, и я очень рад, что я сделал паузу. И просто рестартовал работу по их схеме, и у меня получился самый крутой трейлер на тот момент в карьере. То есть это, мне кажется, лучшее, что можно сделать, это поработать с ними. Ну, поучиться. Это видеоуроки. Они стоят $500, по крайней мере, раньше стоили. Я думаю, что, наверное, можно их украсть. Я честно заплатил эти деньги, и это была крутая инвестиция, ну, то есть потому что... А, они очень хитро сделали, ну, как у нас, как все инфо-цыгане, только они нормальные. Они выложили 40 минут бесплатно, и я этот трейлер делал на основе информации из бесплатного урока. И это настолько круто получилось, что я потратил весь гонорар за трейлер на новый звук, на колонки новые и на этот курс. Вот. Просто там потом... Я где-то тут в интернете найду его. У меня такой вопрос. Я, скажем так, начинающий режиссер. Еще сделаю документальный свой фильм. И у меня, слава богу, так сложилась ситуация, что есть режиссер монтажа, с которым мы работаем. Но на данном этапе, да, у меня есть очень много еще материала, который снят именно в рамках документального кино. И вот у меня вопрос такой, как правильно подавать эту информацию режиссеру монтажа? Вот прям весь сливать, или по сценам, или задум весь. То есть у меня есть монтаж, который я уже самостоятельно сделала, да, но так как мы увидели с фокус-группы, что, ну, кино нет еще. Вот. Захотелось все-таки некоторые сцены доснять, как вы говорите, это бесконечно, да, хочется еще доснимать. Вот. Но как вот правильно структурировать эту информацию, чтобы не потерять вот эти вот жемчужинки, и чтобы режиссер монтажа, естественно, не умер там на просмотре всего материала, лишней информации. Вот я не знаю, как это делать. Ну, тут... Спасибо. Я думаю, что... Я бы ратовал за то, чтобы все-таки он увидел весь материал. Но я не знаю, сколько у вас его там. Могут быть так же... Тут, если бы я работал, я бы настаивал на том, чтобы увидеть весь материал. Если у вас не наработаны еще отношения, может быть состояться хорошая стратегия в том, чтобы вы отбирали что-то и отдавали ему только отборку. Но...
я бы сделал все-таки, отдал бы ему все. В документалке важно, может быть, расшифровка. То есть все равно там расшифровки, это, да, может, не так просто, не так дешево, но с расшифровкой... Просто в документальном кино режиссер монтажа во многом соавтор сценария. И если у вас удастся такую коллаборацию сделать, то это может быть очень мощно. Потому что там, в документальном кино часто нечего, ну, фактически нет, нечего монтировать, если нет сценария. Ну, что там монтировать? И сценарий делается на основе... Ну, это зависит от фильма, во многом на основе расшифровок. Поэтому, ну, как бы я бы попросил у вас, если бы я был монтажером, весь материал расшифровки к нему, если это возможно. Если невозможно, это будет уже очень непросто. И дальше уже можно смотреть то, что у вас сделано, слушать, какие, что не так, да, ну, и его послушать можно, и ему важно вас услышать будет. И дальше вы можете уже на основе этого, вот это уже у вас есть составляющие в корзине, вы можете сидеть и думать, как мы теперь со всем этим взлетим. Там однозначно ответа не будет, наверное. Особенно если много материала, очень, то это и мало денег. Если много материала и мало денег, это плохо. Да, ребят. Может быть, три руки было, да? Да, здравствуйте. А здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как понять, сколько времени уйдет на тот или иной материал? Вот как рассчитать это время, на каком этапе это можно сделать? У меня есть четкая схема, которая зависит от количества. И так как я осматриваю весь материал, я просто эмпирическое правило, я своим поделюсь, оно разное может быть у разных людей. У меня в среднем уходит на отсмотр материала в 2-3 раза больше времени, чем у хронометража. То есть если у нас, допустим, 10 часов материала, я знаю, что у меня уйдет в районе 20 часов на его отсмотр, или 25, иногда 30. Соответственно, это уже первая прикидка. Математика простая получается. Потом на монтаж... Вот, легче, я больше, лучше всего научился рекламу считать, потому что там... Ну, может быть, просто больше итераций было, чем в кино. В кино сложнее. Потом мне на монтаж нужно, от, если в случае рекламы, от 2 до 5 часов. Ну, это ролик, там, допустим, до 2 минут, до минуты. И после этого мы допиливаем еще там, в течение где-то одной смены. В случае с кино тут сложнее. Вот я только закончил работу на большом экшн-проекте, и у меня там получалось, я посчитал свой коэффициент, у меня получилось где-то 1.5 минуты в смену. А вначале, когда я экшн один монтировал, 1 минута в смену получалась. Сейчас я работаю на Люксембурге, у меня около 4-5 минут в смену получается. То есть тут скорее, то есть вот этот коэффициент на отсмотр, его точно можно легко высчитать. Просто на практике. А дальше вы за первую там, неделю можете понять приблизительно, какая у вас выработка, и вы можете тогда рассчитывать. По опыту в Украине, смотрите, есть такие индустриальные стандарты, что ли. Но у нас это сложно назвать. Скорее, эмпирический стандарт. В Украине у меня на кино уходит, пока уходило, если авторское кино, до 3 месяца где-то, 2-3 месяца работы. Если по 20 смен где-то считать, то это там, ну, скажем так, на практике 30-60 смен. В Голливуде среднее время монтажа полного метра 8 месяцев. Я сделал таблицу победителей или номинантов на Оскар, или победителей, я уже не помню, в 2018 на фрейме была информация, и там в среднем получилось 7,5 месяцев. Самый короткий постпродакшн период был 4 или 5 месяцев, самый длинный – 13. И это на самом деле круто. И, допустим, жанровым кино крутым, которое снято на уровне Голливуда, быстрее не получится. И у нас тоже. Мы сейчас с этим столкнулись непосредственно. Ну, то есть премьера «Довбыша» перенесена на следующий год, потому что это невозможно успеть просто. Там офигительный материал. Но на это нужно время. Вот. Зараз буквально останнє запитання. Давайте два, да. Ще раз і два є. Не успеємо? Не встигаємо. Добре. Вже.
Здравствуйте. Да, спасибо большое за полезную информацию. Приятно видеть человека, который вырос в Днепропетровске. Хорошо, что приятно. Ну да, потому что я тоже там выросла. Скажите, пожалуйста, вот нужен совет, как от был пятый пункт, как взаимоотношения режиссера монтажа и самого режиссера непосредственно. И хочется понимать, как с вами общаться порой, потому что уже на постпродакшене, когда режиссер по монтажу перетягивает немного на себя одеяло, да, он видит одну картинку, что вот нет, вот так будет круче, а режиссер говорит, да нет, ну мне надо именно так, а вы видите все равно по-своему и прям настаиваете. Как вот совет режиссеру от режиссера монтажа, чтобы не ругаться в таких случаях, как... Это вы затронули просто больную тему. Ну, вот она больная, да, и хотелось бы... Простого ответа на этот вопрос нет. Вообще, к сожалению, у нас достаточно, как бы, без громких слов. Много травм в нас есть. И что происходит в наших командах, то, что, о чем вы рассказываете, это как бы агрессивная защита своего видения в команде, да, у креативного профессионала. Это всегда деструктивно, и он может быть очень хорошим профиком, но работать с этим сложно, потому что о синергии не может быть и речи тогда. То есть, ну, работа в такой команде похожа на перетягивание каната и на борьбу постоянную. Я могу только, наверное, единственное, что я могу посоветовать, это учиться у западных режиссеров, которые меня переучили, когда я был таким же толстолобом. Или как это? Твердолобом. Вот, твердолобом. То есть это тоже таким был? Нет? Так плохо. Они говорят, слушай, я понимаю, что будет плохо, но попробуй просто, давай посмотрим. И тогда, ну вот это для меня сработало. Но там у вас все равно есть серая зона, когда ему все равно он будет уверен, что это плохо, а вы уверены, что это хорошо. Тогда уже вам тогда нужно просто включать, ну, как бы иерархию, вы там главные все равно. Это ваш фильм, а не его. Да тоже, но это уже тонкие психологические моменты. Как вам выстроить это уже... Тут ничего я не могу сказать. Но... В любом случае, это ваше кино, это не его кино. И, соответственно, последнее слово за вами. Просто тогда, конечно, важно сохранить атмосферу, ну, как бы какого-то творческого тандема. Потому что в итоге, ну, если вы его просто силой заткнете, он такой, ну ладно, на какую кнопку нажимать? Какой кадр ставить? Говори, какой? Ну, и они начинают просто, ну, они могут, люди, уйти в защиту тогда и просто... саботировать процесс. Простых решений здесь нет. Хорошо, друзья, спасибо вам. Если у кого-то еще остались вопросы, на которые мы не успели ответить, Сергей, мы можем где-то за пределами залу? Абсолютно питання. Якщо вам це не складно, то можете продовжити спілкування. Але все ж таки за межами залу, тому що ми готуємося вже до наступного заходу. В принципі, там от весь коридор. Да, ми можемо там в коридорі, якщо у кого-то остались питання, там ще пообщатися. Спасибо. І вам дуже дякуємо за це, містер Класс.